Для организации и проведения целенаправленной военно-профессиональной ориентации молодежи и качественного отбора кандидатов для поступления на учебу в 2019 году военный учебно-научный центр военных воздушных сил военно-воздушная академия филиал в городе Челябинске проводит день открытых дверей в военном училище 21 октября, 18 ноября, 16 декабря. Начало проведения в 10 часов. Общий сбор всех желающих ознакомиться с условиями поступления, учебы в училище, получаемым специальностям и бытом курсантов на центральной проходной военного училища. Маршрут проезда вы видите на своем экране.